За сутки в Чувашии COVID-19 подтвердился еще у 80 человек. За это же время выписаны 45 пациентов. Новых смертей в республике не зарегистрировано. На ИВЛ находятся 29 человек. При такой сложной эпидемиологической обстановке приступать к снятию режима ограничений еще рано. Об этом заявили на оперативном штабе по противодействию коронавирусу. Наибольшее число зараженных по-прежнему в Ядринском районе. На втором месте Чебоксарский, на третьем – Маргаушский. Резко выросло число заболевших в Комсомольском и Батыревском районах. По поручению Олега Николаева в некоторых из них побывали рабочие группы. Всего информгруппами проверено около 200 объектов, среди которых и торговля, промышленные предприятия, парикмахерские, работа общественного транспорта. Ну и основные замечания, обнаруженные в работе транспорта, это несоблюдение масочного режима и дистанции на остановках, например, в Цивильском районе, на проведение санобработки салонов автобусов в Чебоксарском районе. Напомним, для ослабления режима на первом этапе нужно соблюдение трех пунктов: определенный коэффициент распространения инфекции, процент тестирования людей и нужное количество коек в госпиталях. Коэффициент распространения инфекции равен 0,97, как уже отметил Олег Алексеевич, при рекомендованном показателе не более единицы. Процент свободного коечного фонда составляет 29%, при рекомендованном 50% и более. Ну и показатель тестирования остается на прежнем высоком уровне, составляет 121,4 при рекомендованном показателе не менее 70 на 100 тысяч населения. Не рекомендуется пока снимать ограничения. Так что навестить могилы близких и храмы в Троицу у жителей Чуваши не получится. Кладбища будут закрыты для массовых посещений. Там выставят патрули. К уважаемым жителям Чувашии и предпринимателям, и другим категориям обращаюсь. Давайте воздержимся от где-то, может быть, эмоциональных поступков с тем, чтобы добиться того, чтобы мы смогли побороть эту заразу, помочь врачам, которые делают все, что могут на сегодняшний день. Поверьте, им тоже нелегко. Давайте мы еще с вами потерпим некоторое время для того, чтобы не допустить неконтролируемого развития событий. Со снятием первого этапа ограничений могут открыться магазины площадью до 400 квадратных метров с отдельным входом. Открытие вещевых рынков и торговых центров – это уже второй этап. Для этого коэффициент заболевших не должен превышать 0,8%. Это не больше 40 заболевших в день. Рифат Фаткулин, Андрей Спиридонов, Республика.